Мы пошли на море другим путем, где поменьше народа. Где-то вот тут тоже сектор. Да. Ну что-то они не увязались в этом году. Смотри-ка, они плохие. Они уже сразу какие-то порченые. Вот. Я нашла, где будем пропитаться. Гранат. Продаю, Ань. Вот там, да. Вика у нас модная какая. Аня приезжай работать. Да, мама такая на BMW заруливает. Косички с личным водителем. Да. Армен. Каким-нибудь. Вот везде только машины, машины. Там вот, там, смотрите, тоже люди живут. Интересно, а ну у них море, наверное, где? А где вот у них море? Вот с той стороны, как они ходят. Это вот надо... Ну это вот как я была, типа, на этом. На Туапсе Ольге. В Туапсе Ольге я была. А что-то речка-то вся заросла. Высохло, смотрите, в том году здесь была речка. Чуть-чуть там осталось. Мы в том году здесь были, кто не видел, кто новый. Из новых моих зрителей здесь была речка. Ой, какое небо. Мы идем. И нет соблазна что-нибудь купить. У нас целый холодильник, но все равно купить что-нибудь да хочется. Он и пусть фотографируется. Вчера пыталась выйти в прямой эфир. И это, нифига. Меня там чуть-чуть, и потом, ну, плохое соединение. Не получилось. Ну, свой интернет здесь израсходуешь, конечно, так можно. Я со своим интернетом. Ай! А Wi-Fi, ну, долго все грузится, долго, поэтому видео-то вот как. Бабушка, можно только тут ходить? Да, вот давай. Со своим интернетом, ну, как бы, вот, долго-долго очень грузится видео. Ой, давай сейчас покажу тебя, подожди, перевер. Знаете, где Вика у нас? Где у нас Вика? Вот тут. Отдай мне меня, баба. Ну, конечно. Да, иди сюда. Там смотри, запнешься, сейчас упадешь. Не надо. Смотри, вон штыри какие. Вот эти? Да. И я могу укалиться? Конечно. Ну, жарко, жарко. Солнце печет. Ну, Лазаревская с другой стороны. Нет, классно. Конечно. И честно, в такую, да, жару я уже говорила, стой, что никакие парки. Ну, вообще, ну, единственное, может, в парк в этот сходить, да, где, ну, птицы-то, где птицы-то? Как он называется? Озеро. На озеро Дивное, там, наверное, это. И то тут идти минут 40. По такой жаре очень тяжко. Но здесь вот маленько подольше идти на море. Ну, вообще 7-10 минут от нас вот на море. Девочки тут, ну, зашли, искали тоже, говорят, мы номера смотрим на будущий год. Где-то они у Победы, кстати, жили, Ань. И, говорит, там гул какой-то. Она говорит, это генератор. Там больница, и работает генератор. Она говорит, гул, а вы не слышите? Я говорю, нет. Поезд, ну, поезда, я говорю, так я привыкла. Я вообще их не слышу. Она, я похрапываю, Аня привыкла. Она говорит, мам, храпи больше. Ну все, Вик, давай вот здесь вот идем. Вот. И они подыскивали. И она говорит, мы считали 900 от нашего, в общем, где-то вот от нашего комплекса. Ну, комплекс, дом, 900 шагов. Когда успела посчитать? Да не я, сказали сегодня. Вот такая у нас дорога.